А ко мне в студию уже пришел продюсер фильма «Вечное возвращение» Олег Коган. Кохан, накануне фильма получил российский «Оскар». Это премия «Ника». Доброе утро. Доброе Мне утро. Очень приятно вас видеть. Взаимно. Ну, сразу начну с того, что это не первая ваша премия в содружестве с Кирой Муратовой. Вы уже выходили на сцену за тем, чтобы вот получить это увесистое достоинство. Скажите, пожалуйста, есть ли сохранилось еще ощущение новизны? Вот каждый раз вы выходите, получаете премию. Что при этом чувствуете? Ну, это всегда волнительно, всегда приятно и радостно, скажем так. Такая высокая оценка нашей работы. Мне очень хотелось ее поддержать, я это сделала за кадром. Никому не секрет, что это очень тяжелое творчество. Для того, чтобы что-то создать, надо идейно вдохновиться. Вот идея вашего фильма тоже очень необычна. Она существует или была задумана в формате кинопроб. Кому она пришла в голову, да? И как это все... Во-первых, я хочу вернуться к первому вопросу. Это на самом деле наш уже четвертый приз компании «Сота Синема Групп». Над этой работой работали мои коллеги, компания «Сота Синема Групп», компания «Вайс Вижн», продюсеры Валерий Кулик, Ареста Компонент. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всю творческую группу во главе с Кирой Юрьевной Муратовой и через эфир передать привет и поздравить всех. Разрешите, мы тоже присоединимся к вашему поздравлению. Идея фильма пришла автору сценария и режиссеру фильма Кире Муратовой. Она в содружестве со сценаристом Евгением Голубенком написали эту замечательную идею, расписали, превратили в сценарий, и мы реализовали это. У нас есть небольшой фрагмент фильма. Давайте посмотрим, а потом вернемся к обсуждению. Ну, я не знаю. Я просто не знаю, что тебе сказать про этих женщин. Ну что, я ведь ничего не понимаю, я не советчица. Я вот что думаю, раз ты мне прислался судьбой, пожалуйста, повесь мне картину. Я ее не могу повесить, я такая, все так, все слабая, все мышцы об... Короче, подними ее, повесь, пожалуйста, мне картину. Давай. Только сегодня подарили ее, я уже придумала название. Тебе нравится? А если она будет висеть в этом углу, как тебе это, одобришь? Мне кажется, ты одобряешь. Нравится? Я уже придумала ей название. Она Олег, называет... вот мы видим, что в этом фильме снимались... Это созвездие актерское, да? Здесь и Рената Литвинова, и Олег Табаков, и Сергей Маковецкий, и Алла Демидова. Ну, особенно я бы подчеркнул, я очень бы порадовался за наших украинских актеров. Наталью Бузько, Виталия Ленецкого, Георгий Делиев, Даута Кильтер. То есть огромное количество наших замечательных актеров, помимо звездного состава российских. Но я бы делал акцент о том, что и с радостью отметил бы о том, что замечательно. Замечательные актерские работы, которые зритель уже сможет летом после премьеры в прокате оценить и порадоваться за наших украинских актеров и огромное количество одесских актеров, которые там снялись. Я думаю, что с достоинством оценят их так работу. Так вот, в связи с этим, признайтесь, были ли кинопробы для кинопроб? То есть по какому принципу вы отбирали актеров? Или уже заведомо знали, кто будет? Это традиционным способом был предварительный кастинг, безусловно. Была проделана большая работа. В подготовительный период режиссер фильма отбирал, знакомился с актерами, пробовал. Были традиционные кинопробы, на которых, собственно говоря, отбирались актеры. А кто еще претендовал? Ну, огромное количество. Вот, фамилии так тяжело вспомнить, назвать. То есть очень много было. Мы в течение 2 или 3 месяцев смотрели, репетировали после этого. После этого уже кто-то отпадал по ходу репетиции, скажем так, и остался тот состав, который будет презентован на премьере уже летом этого года. Сколько времени длилась работа над этим фильмом? Ну, в целом, от идеи до, скажем, до реализации, до премьеры, ну, это 2 года, вот премьера будет летом, собственно говоря, от идеи до этого, то есть подготовительный период, ну, было достаточно непросто, но, тем не менее, мы сделали эту картину, и я очень этому рада. Олег, вот я знаю, что вы с Кирой Муратовой работаете, по-моему, с 2004 года. Да. Можете немножечко рассказать об этом человеке, потому что тоже очень яркая личность, не могу не коснуться этой темы. Ну, немножечко тяжело рассказать, потому что личность... гениальная, большая, и это, наверное, достаточно отдельная беседа. Но я очень рад нашему содружеству. Первый наш фильм был проект «2 в 1», который начинался как
сценарий еще две истории. Мы планировали его делать с продюсером Игорем Каленовым. Это российский кинопродюсер, но по объективным и субъективным причинам он, к сожалению, не смог принять участие. И, собственно говоря, так произошло наше знакомство и работа с первым проектом. Потом были «Мелодии для шарманки», «Кукла». Но это счастливое знакомство, потому что, как правило, каждая ваша работа заканчивается вот таким триумфальным полетом. Этому очень рады. Да. Вот у меня еще такой вопрос. Вы получили эту номинацию как лучшие среди стран СНГ и стран Балтии. Mm-hmm. Есть ли у вас подозрение на то, что кто-то может конкурировать вот с вами в творчестве? Мы будем только рады. Ну, я, в принципе, в творческом поле, как бы в индустрии творческих индустрий, конкуренция, это, ну, она, безусловно, всегда есть, но она всегда подстегивает, стимулирует на еще большее, лучшее качество и на лучшую работу. Мы этому будем только рады. Спасибо вам, Олег, огромнейшее. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что у нас в эфире был гость Олег Кохан. Это продюсер и, конечно, творческий человек. Мне очень хочется сказать, что в первую очередь вы творческий и прекрасный человек. Спасибо вам за то, что посетили нас.